В феврале 2021 года в одном из ресторанов Санкт-Петербурга разгорелся скандал с участием Анастасии Веденской. Актриса отмечала в компании премьеру картины «Дочь тьмы». Поначалу все было мирно, но в какое-то мгновение в Веденскую полетел бокал. Женщина, с которой повздорила Анастасия, оказалась некая Виктория Абрамова. В результате конфликта артистка получила травму лица. Веденская подала в суд на обидчицу, и лишь сегодня стало известно, какое наказание получила Абрамова. Женщина не признала вину, отмечая, мол, не собиралась кидаться на собеседницу. Суд назначил Абрамовой наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Но она освобождена от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования, поделился источник. Сама Анастасия Веденская признается, что изъян на лице чуть ли не поставил крест на ее карьере. «Из-за рубца на лбу, который без хирургического вмешательства не исчезнет, я стала меньше сниматься и у меня возникают сложности с работой, так как этот рубец не может скрыть грим, и он виден на камеру. В этой профессии, если есть какие-то изъяны на лице, актеров просто не зовут участвовать в проектах и даже не приглашают на пробы. Рубец обезобразил мое лицо», — посетовала 38-летняя актриса. Напомним, во время скандала за Веденскую заступился ее бывший супруг Владимир Епифанцев, который по воле случая оказался недалеко.